Горы мусора, ил и зеленая вода. Еще год назад это место было в плачевном состоянии. О любимом озере жителям поселка Южный напоминала разве что форма варежки. Привести территорию в порядок и подарить барнаульцам семейный отдых на природе хотели в последние десяток лет многие, но удалось сделать это только сейчас. Всегда мне не хватало все-таки природы, не хватало водоема, где можно нормально, спокойно отдохнуть. И когда вот я с этой мыслью жил все время, когда выезжал в деревню к родителям, мне хотелось все-таки, чтобы часть природы, природа была все-таки здесь, в городе Барнауле, потому что физически не наездишься. И когда появилась такая возможность финансовая, материальная, решил сделать что-то такое, которое будет нравиться и радовать всех жителей города Барнаула, поселка Южного. Работы длились больше года. Очищенный водоем наполнили артезианской водой и завезли на территорию чистый песок. Несмотря на глобальные изменения, форму озера оставили прежней. Для комфортного и разнообразного отдыха разместили 500 шезлонгов и катамараны. В скором времени планируют сделать фудкорт, горки, пляжный и водный волейбол. Я как житель поселка Южного, который 50 лет здесь прожил, родился здесь. И я очень доволен, что у нас появился такой объект социальный. Ехать никуда не надо, шаговая доступность, качество, то есть все рады. В реализации своей давней мечты предприниматель ориентировался на проект партии «Единой России» «Городская среда» и программу формирования комфортной городской среды. Я считаю, это очень высокоактуальный проект как для города, так и для рядом поселковых территорий. Ведь сами понимаете, на сегодняшний день места, где можно отдохнуть возле воды, в семейном формате, с детьми, это дефицит. И поэтому это и город, и не только этот район будет пользоваться этим местом. Открытие варежки пройдет 1 июня. Первых гостей встретят развлекательной программой для детей и взрослых. Кстати, работать пляж будет с 10 утра до 9 вечера. Правда, чтобы купаться и загорать, придется приобрести входной билет, который позволит пользоваться всеми доступными удовольствиями бесплатно. София Ценко, Андрей Печоркин, «День с толком».